Шалом, с вами я, Леви Харпатин. Мудрость Торы на каждый день. Ничего не поздно. В отличие от падших современников, Ноах сохранил верность моральным принципам, унаследованным им от первых людей. Именно поэтому Всевышний выбрал Ноаха для перезагрузки мира после потопа. И сказал Бог Ноаху: «Конец всякой плоти, пристал ты передо мной». Бог ниспослал потоп вовсе не потому, что признал сотворение мира ошибкой. Напротив, мир до и мир после потопа – необходимая часть развития мироздания, которая очень важна для каждого человека. Каждому человеку может иногда казаться, что он находится в безвыходной ситуации и ничего не может исправить. Однако рассказ о потопе учит нас, что это не так. Бог всегда готов дать нам шанс начать жизнь сначала. Раскаяние может превратить любую проблему, даже потоп, в средство очищения, обновления и шансом двигаться дальше. Благодарю за прослушивание.